знаете, дорогой мой, говорит Габен, что нужно для того, чтобы понравиться женщине, нет? Тогда послушайте. Для этого надо ласкать, хвалить, быть отзывчивым, благоухать, быть защитником, говорить комплименты, быть опорой, быть кормильцем, утешать, давать деньги, и чем больше, тем лучше, никогда не спрашивать, на что они потрачены, покупать подарки, безумно ее хотеть, не быть навязчивым, нравиться другим женщинам и не хотеть других женщин, шутить, умиротворять, уметь предвидеть, прощать, сочувствовать, развлекать, очаровывать, делиться сокровенным, развращать, обнимать, умирать за, мечтать о, молиться на, не замечать полноты, надоедать своим присутствием и быть всегда рядом, быть красивым, быть опрятным, быть умным, быть нежным, быть страстным, легко позволять себя обманывать. Быть грубым, быть активным, быть важным, быть послушным. Трам-тарам! У маршала челюсть отвалилась от шока, который он испытал под воздействием харизмы этого мужчины. А заметившая ошеломленность своего собеседника Габен победно продолжает через паузу, как вы слышите. А знаете, чего достаточно, как она, женщина, думает, чтобы понравиться мужчине? Нет? Надо просто предстать перед ним.